Всем привет, друзья, меня зовут Твикли, и сегодня... Что это такое, скажи мне, пожалуйста? Я случайно на самом деле. И сегодня со мной Нежданчик. Ну, там, познакомься, не знаю. Да, друзья, и сегодня мы зашли в такую игрушку, как Brawl Falls. Собственно, это пародия на всеми известную Fall Guys. Ну, может быть, кто-то не знает, но все же мы... Пародия, это родоначальник этого движения. Ну, вообще, да. И, собственно, мы решили сюда зайти, посмотреть вообще, что это такое. И тут мы играем, как видите, за продукты питания. Собственно, за пищу. Да, за фрукты, но я за тортик играю, за чизкейк, по-моему, или что это. И у нас тут самый главный наш враг, это брокколи. И эта штуковина, этот, значит, овощ, решил нам устроить различные испытания, которые мы должны проходить. И, друзья, конечно же, влепите свой лайк, подпишитесь на канал, на мой, на Нежданчика, и поставьте колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. И всем приятного аппетита, приятного просмотра, и мы начинаем, поехали! Итак, ну что, друзья, вот наш первый уровень, наша злая брокколи побежала активировать испытание, и тут у нас и пилы, и всякие ловушки, и так далее. О, вот, справа стоит. Да, мы бедные, бедные овощи, бедные продукты, сидим в клетке, ну что, побежали, погнали, так, ты готов, я. Сейчас все. А, я сразу же упал, представляешь? Просто побежал, сразу же упал. Чё за фиг? Так, спокойненько, все. Ничего здесь не работает, можно бежать, давай, 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 давай. Хоп, 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 отлично. Так, ой, фига тут взорвалось, все. Да. Офигеть, да. Так, тихо, тихо, живем, живем. Офигеть, как я сейчас прошел. Так, а, нет! Нет, 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 я живу! Нет, меня убило, забей. Меня не порезало. Да? Меня не порезал, я прям в этой штуке. Что ж такое-то, я падаю. Сейчас главное пройти первое испытание. Так, нормально, живем, 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 беги, беги. Вот, и еще нужно следить за этим брокколи справа, чтобы он не активировал. Да как я падаю? Почему у меня такой персонаж неудобный? Когда я за яблочко играл, было намного удобнее. Так, спокойно беги, главное не активируй ничего, я тебя прошу. Я тебя прошу. Оп, я прошел. Да, ты уже прошел? Да, я прошел. Офигеть, а я бегу здесь еще. Так, надеюсь, то, что пройду, надеюсь, то, что пройду. Тут есть, короче, механизмы. Ага. Которые можно как будто использовать, но я не пойму, можно их использовать. Так, где там, а где там брокколи этот? Ага, вон он там, подожди. Я не вижу, я боюсь. Ладно, бегу. Я бегу, 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 так-то так спокойно. Бежим, давай, давай. Тут нельзя использовать. И я тоже прошел, е-бой. Так, а ну-ка, покажи, что там, как там. Вот это использовать, ну-ка, нажать на Е. Видишь, как будто, ну, не работает, оно ну горит. Ну вот, да, видимо, есть только брокколи можешь нажимать. А ты где? Я, ой, вот меня бегаю. Яблоко снесло. Вот, я сзади тебя, сзади тебя. На, нафиг, меня убили. Да, подожди, я хочу тебя, на, на. Получи, получи. Ай, ай, твой. Получи. Я тебя выкинул, да? Да, все, меня на начало заспавнил, мне опять проходить. Ага, шучу, конечно, я здесь. Конечно. Я здесь. Подожди, что, выбил брокколи? Там кто-то брокколи выбил. А, прикинь, мы можем помогать нашим игрокам. Брокколи. Да. Офигеть. Офигеть, так вы же все как бы за одной командой. И наши все овощи, все продукты скидываются вот в такую вот молотилку, где их чисто да, переколбасило. Конечно. Да, и вот наши злые брокколи тут стоят, стоит точнее, и смотрит своими зловещими глазами. Ну о, что? Следующее испытание. Да, следующее испытание, какое же будет интересно узнать. И вот такая вот полоса препятствий. Поверите через препятствия и беги к финишной линии. Ну чё, погнали, сейчас, естественно, мы, надеюсь, все пройдем. Конечно же, 3, 2. Один, оп. Let's go! Всё, побежали. Так, тихо, он сейчас будет активировать. Я не буду. А тут... Меня оп. Сразу же. Меня сразу... Так, все, можно бежать. Можно бежать, давай, 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 спокойненько. Так, тут скалки, их можно. Ага, он, видишь, да, включил горелку, включил плиту. Так, давай, 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 давай. Отлично. Тихо, тихо, нет, не бежим, стоим. Все, теперь можно бежать. Давай, так. Спокойненько тоже стоим. Фига там людей. Точнее, продукты переколбасило. Так, бежим спокойненько. Ага, он опять активировал скалку. Все, можно бежать. Да, можно бежать. Хорошо. О, ты прям за мной. Да-да-да-да-да, так. Смотри, ждем. Сейчас типов. Да, ждем, оп. Ждем, ждем. Скинула. Так, можно бежать. Посередине причем можно бежать. Да-да-да-да-да, типа. Так, спокойненько. Прыгаем, давай, главное, долететь, хорошо. Ой, сейчас может хлопушки активировать, нет! Нет, беги-беги, спокойненько, ждем. Все, бежим. Так. Мы сейчас пройдем, я сейчас с тобой, я сейчас с тобой. Да-да-да. Неужели? А скалку надо подождать. Не-не, нормально, он же убежал назад. Не будет, да, он убежал. Бежим, уху, мы прошли. Я не допрыгнул, я в самом начале. А ты упал? Ты серьезно? Да. Ты... Ты что, не, ты серьезно, ты не прикалываешься? Реально, я упал. И меня тут еще размазал. Я выбыл. Ты выбыл? Как так? Я не долетел.
победил. А, я что, один остался? Да нет, ты меня кинул. Ты меня кинул на произвол судьбы, ты понимаешь? Ой, я лечу, все, вниз. Оп. Блин, нет, я думал, ты прикалываешься. Нет, чувак, ой, приколи. Ну ладно, да я должен за нас, так сказать, взять топ-1, постараться хотя бы. Это достаточно будет тяжело, я уверен, но... Да, тут очень жесткий топ, да, на самом деле. О, что за испытание такое, фига себе. Опять же, то же самое здание, проверите через препятствия и беги к финишной линии, но на этом испытании... А, подожди, нет, мы, по-моему, мы были на нем, это наш первое испытание было, когда мы играли, все, я что-то не узнал. Я пошутил, что что-то новое. Все, и тут у нас, кстати, сейчас будет первый уровень, это тише едешь, дальше будешь, так вот, значит, останавливаемся. Я могу следить за креветкой, которая вам испытание нажимает. О, давай. Давай, так, стоим. Так, я за ним буду. Он сейчас на первом. Да как меня убило, в смысле? Да. Здесь что, толкаться можно? Это тоже считается? Так, все, он убежал на второе. А, нет, вернулся. Так, бежим. Бежим. Сейчас открывать будет. Все, открыл. Я на этой штуке остановился. Это было самое... Первое, можете спокойно проходить. Только тут все равно челик у нас сам стреляется. Ага, нормально, все. За тобой слежу. Ты теперь твикли 6, приколи, ты теперь 0. Тихо. Я видел это. Я это видел. Беги, успей. Давай. Найс, успел, хорошо. Так, а что здесь? Просто паркурить, да? Просто паркур. Мне кажется, эти штуки могут задвигаться. Движение, путь самовыражения, молодежное течение. Все, бежим. Кстати, очень крутой уровень выглядит. Так, а здесь я быстро сейчас что-то может активировать. Он сейчас на нас. Было. Точно? А, все, ладно, можно побежать быстренько. Давай. Видишь, он красный горит. А вот тут можно. Все, здесь уже спокойненько на чиле можно вот так вот. Хоп. А тут прыгать даже не надо. 3 на 100, да я... Что? Я выбыл. Я-то думал, я на чиле прохожу, блин. Прикинь, мы вдвоем выбыли. Все, меня тоже переклашматило. Ну, нужно, да, 100% еще раз играть. Окей, тогда переходим к следующей игре. Ну что, друзья, второй матч, и опять же та же самая карта. Я надеюсь, что мы успешно здесь все испытания преодолеем. Так, я не буду идти за линию, но... Ладно, меня вытолкнули, хорошо, я вас понял. Так, стоим. О, меня чел толкнул. Чисто. Да, вот меня тоже так толкали, так спокойненько останавливаемся, все. По секундам можно на самом деле считать. Так, все, можно бежать, давай, все, останавливаемся. Да. Стой, все. Я заранее немножко. Я соскользнул! Да, все, я добегаю. Я добегу, давай. добегу, отлично, так, тут, а вот, открываются эти штуки, закрываются. Так, спокойненько, главное здесь не упасть, капец, здесь пот. Так, все, бежим. Нормально. Так, все, пока что 0 человек прошел, в принципе, можно реально спокойно проходить. Нет! Как же сейчас повезло, я прыгнул на эту горелку, и она прям передо мной потушилась, прикинь. Да? Как же... Меня убило, меня просто сейчас, я не знаю, как это меня убило. Это сейчас просто из-за лагов каких-то, я не понимаю. Это с самого начала, да? Да, это жесть. Чекпоинтов нет никаких. Да, ужас. Так в этом и сложность игрышься, тут нету ни одного чекпоинта. Да вот, тихо. Нет! Фух, не засчитало. Не засчитало то, что я дернулся. Отлично, все, бежим. Бежим, ты уже прошел? Я не могу пройти. Да я тоже! Это жесть! А, все, я прошел. Да? Блин, а я успею вообще или нет? Мне там. Я пошел зеленого гоблина мочить. Его все бьют тут, он вам сейчас ничего не включит. Да? А, нет! Меня. Включил, тихо, да? живи! Живи! Тихо! Вот! Нормально, бежим! Он, да на первое, он на первое испытание возвращается, не волнуйся. Все, я должен успеть, давай! На самом первом. Ну и давай, заберись! Прошел! Так, сейчас надо зеленого гоблина найти. Бей зеленого! А где он? Смотри, вот двое! Вижу, а ну иди сюда! Его скинули! Хорошие пацаны! Он на челика заспавнился. Челика скин какой, я его скину тоже. Да я скину его уже. Так, ну что? Значит, второе испытание, поехали! Let's go! Сразу же проходим, немедленно, так сказать. Так, он сейчас включит. Хорошо, живем. Да. Ты тут стоишь, так смотришь, как там всех чисто. Колошмарит. Да. Так, спокойненько. Динамит здесь. Так, и он сейчас может активировать? Да, активировал. Я ждал. Так, бежим. Спокойненько, главное жить. Нет. Да нет. Меня подтолкнули. Да как так-то вообще, а? Так, спокойненько бежим. Давай, хоп. Перепрыгиваем. Динамит. Зацепился, хорошо. Спокойно. Спокойно. Так, динамит не активируется. Хорошо, бежим. Давай. Так, отлично. Чел, врубит прям на меня. Он ждал меня конкретно. Да? Вот скотина такая. Я был золотой короной, приколи. Я первый бежал. А, понимаю. Все, катимся. Давай, вперед. Бой. Так, его здесь нет, по-моему. А, тихо, он сейчас активирует. Я буду сейчас... Да, он активирует эти штуки. Всем до свидания, ребята. Все, можно идти. Он активировал. Тихо. Можно... Ой, я дернулся. Капец. Так, нормально. Я успею. Я пятый, походу, прохожу.
И ебой, я прошел! А ты прошел? Я иду еще. А, давай, давай, тут еще капканы какие-то. Ну-ка, все, капкан. Ой, меня убило в капкане. Ну, надеюсь, я не буду заново. А, все, отлично. Так, а ну-ка, челики, пошли, все, вон начал. Ой, стоп, подожди, я пошел. Я 12. Я сейчас пойду. А, ты прошел, все, значит, можно его не убивать, в принципе. Но я все равно это сделаю. Так, а ну-ка, иди сюда. Не, надо, надо его, надо. Ой, его. О, меня убил капкан. Я в капкан. Он ставит капкан. Да, 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 офигеть, он прошарен. Так, а ну-ка, скидываем всех нафиг, и своих, и чужих. Пацаны, я все ловушки расчистил. Так, а ну-ка, опять? Где-то там, где-то там. Я тебя вижу, подожди. На, нафиг, иди-ка в ловушку. Подожди, куда ты убегаешь, а? Подожди. Стой. А это ты у него, да? Самый... Нет, я за тобой прям бегу. А, ладно. Вот я сзади тебя. А ну-ка. На, нафиг. Ой, я тебя случайно пнул, хотя я хотел этого нашего телека. Итак, третий раунд. Я надеюсь, что мы сейчас пройдем и после этого попадем уже в финал. Я прям реально надеюсь на это и побежали. Или... Так, тихо-тихо, я стою. Я не пойду сейчас. Все, мы умные, мы не идем. Мы, да, так сказать, ждем. Так, спокойненько. А костерчик? Огонек? Да, огонек есть, хорошо, все, ждем, пока ждем, ждем. Уже реально можно наизусть все выучить. Так, все, можно бежать, давай беги. Там кого-то поубивало, но мы стоим. О, у меня серебряная коронка. Да, ой, хорош, да. Реально, лучше так, он сейчас активирует. Да, активировал, все, а, можно бежать. Все, дальше. Так, сейчас эти штуки активирую, давай. Давай, 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 давай. И найс, оп, хорошо, найс, побежали. Так, отлично. Ой, я чуть в тебя не заступил. Он так, нормально, нормально, нормально. А, ты прям за мной бежишь. Я отвлекся, я на тебя посмотрел. И вперед туда прыгнул. Так, ладно. Я его забайтил, приколи. Беги, беги, беги. Так. Надеюсь, он не пышет эти штуки, пока здесь буду бежать. Давай, давай. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, давай, включай. Нет! Нет, не эти! Я серебряный призер! Ты пошел? Я пошел бить его, да. Блин, а прикинь, я сейчас, походу, не пройду. Реально, ну я бью. Я стараюсь его убить. Давай, 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 давай. Этого зеленого гоблина. Не, я не пройду, забей, все, я не пройду. Итак, оп, ну что же, у нас финал, и наш нежданчик, вот, нежданчик 4, смог пройти в самый конец игры. Я надеюсь, сейчас он за нашу команду, естественно, победит. Да. Ну и поставьте лайки, чтобы он, так сказать, справился, там все сделал. О, я чувствую уверенность уже. Да, да. Итак, а где ты там, я тебя не вижу, где ты там стоишь? А, вон, я стою под фонарями. А ты за манго играешь, да? Так как здесь теперь сейчас, потому что я еще не разу... А, вижу, вижу, вижу. Ну, в принципе, как в Fall Guys. Так, и... А вот ты, чисто стоишь. Так, только не упади, это будет опасно, если ты упадешь. Ты тогда не победишь. Ты все упали. Финал был недолгим, друзья. Что ж, вот такой финал-ка. Всем спасибо, всем пока. Ну что, друзья, вот, все-таки я дошел до финала. К сожалению, нежданчик не со мной, но в эту трудную минуту, я уверен, он меня поддержит. И финал, наконец-таки, надеюсь, то, что... Да, Россия. Все, погнали. Главное пожить. Реально, главное жить, жить, пожить. Все, побежали, let's go! Так, спокойненько, куда будет наклоняться, оп, в ту сторону, значит, бежим вот сюда, вот, спокойно, вот так, чисто. Короче, на главное держаться у центра, скидывай. Да, главное. Да. Так, я понял уже, что у центра, так, пожить. Нет, меня кикнули! Нет, нет! Это опять самый быстрый финал был. Да. Блин, капец это, а все, мы уже все проиграли, да? Да, все, и да, там же... жесть, какое место? Я третье место! Еее, хотя бы третье занял, нормально. Фух, ну, более-менее реально. Ну что, друзья, вот такой вот видосик по игрушке Brawl Falls на сегодня получился. Если вы хотите еще один выпуск по этой игре, то, конечно же, лепите свой лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Нежданчика, да, и нажмите на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а сегодня с вами был я, Твикли, а также Нежданчик. Я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, друзья. Всем пока, ребят.